Вот они. Это автомат Калашникова, этот укороченный. Вот у нас тут предоставлен автомат Калашникова, АКСУ укороченный. С ним сотрудники работают в городе. Автомат, который с длинным столом. Нету. Нету. Раз, не заряжай, не заряжай. Значит, это называется карабин специальный для разгона демонстрантов. Значит, там используются патроны с газом и резиновая пуля. Значит, это у нас тоже карабин специальный, но другая модернизация. Пока. Пистолет Макарова, 9-миллиметровый. Все сотрудники полиции его носят на службе. Значит, тот маленький пистолет, это называется ПСМ. Данил. Далее бор у этого маленького пистолета такой же самый, как у автомата Калашникова 5.45. Заряжаться надо, ребят, надо. Тяжелый. Ну чё ты? Короче. Какой тяжелый. А там где-то нету Калашникова. Никогда оружие на людей не надо направлять. Поняли, да? Один раз в год палка стреляет уже. В сторону надо. Поняли? Асфальт. Вверх можно смотреть, но никогда на людей не надо направлять.